Хуёвый микрофон, конечно. Кто такие? Хуёвый микрофон, конечно. Все, огонь. Огонь понеслась. Так, где это мы? Где это мы? Пещерки, да? Так, все позабывало, чтобы куда идти, куда не идти. Чикс. На всякий случай. Так, нам еще поскушать. Оп. 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 Все готово. Готово. Пусть будет. Ничего не видно вообще, ничего. Слово совсем. О, паскуда. Сгоришь? Да, сгорел. Я не беру. Так, и что здесь? Ничего, да? Ничего. Совершенно ничего. Опа. Ого. Ну погнали. Еще один проход. Да только стрелу зажгло. Так, о, еще один. Доброе утро.
Позгорел пацанчик, ебать. Блять, они тут зареспаунились, сейчас тут будет очень много и детей этих. Блять, нихуя не вижу вообще. Ну, он слышу, ржет. Хуй с тобой, блядь. Ну хоть выпивку пособирал. Ну, кстати, в дефиците. Ну такое. Как бы и в дефиците, и как бы и нет, а не всем бы. Да, слушай, кто-то очень тяжелый ходит. Вряд ли это хорошие новости. Вон он. Звук. Спокойно, брат. Он был бы нормальным пацаном, не нападал бы, все было бы хорошо. Так, надо их сжечь, что они какие-то. Как-то их что-то сильно много, последнее время. Где еще один был? Пошли со мной. Да, конечно, очень иронично. Из этих костей потом делаешь просто броню, который будет защищаться от их же товарищей. Так, смотрим, что по костям. По костям нормально, делаем броню. Не то. Тоже не то. Вот, блядь. Ребята, у меня там еще дополнительный комплект у меня собрался. Правильно, потому что нечего нападать. Ох уж я к ним домой пришел, но это уже не то. Ничего не скажет. Як такая можно его? Нам это уже не понадобится. Блять, я опять забыл, куда идти, ё-моё. Так, что у нас здесь? Короче, круги нарезаю, да? Да. Ну тогда только туда. Ну я бы такая нужна. Ну что, наверх, наверх. Эти огненные стрелы, они реально тупо самые эффективные. Вообще, самые-самые против всего.
То есть что-то мне подсказывает, что я тут уже был. А тут? Да, наверное, и тут тоже. Головы плавают. Нихуя тут нет. Бля, ты куда же идти? Бля, еще и замерзаю. Замерзло. Бля, ну это по-любому мои костры. Ой, испугался. Заебись, выход. Блин, это, наверное, самая огромная пещера вообще, которую я когда-то видел. У нее раз, два, три, четыре входа. Нахер мне он уже там тут? Вот тогда покажу, поохочусь на кабанов. Чикс. Пиздекс. Блин, вот не помню, где лук лежит и пиздец, хоть убей. Ай, зайца проебал. Чикс. О, вот такими стрелами нужно тут стрелять. Говорят, типа, самые мощные. Чикс. Ежевика. А давай собирайся. Че нельзя? А, больше нельзя нести все это. Нельзя, да и нельзя. Сейчас пошли. Надо кабанов найти. Корей тоже нельзя нести. Класс. Ой, блядь, знать бы еще, где это я. Что карта говорит? Я карта. Карта говорит, что я лох. Я помню. Блин, ни одного кабана не нашел. Кабан, ты где, кабан? Понятно, кабанов нема. Блин, вот это, конечно, бродилова без цели, тоже такая себе хуйня.
пройти. Бля, ни катану не нашел, ничего не делает. Так, куда я иду вообще, блядь? О, бежит в бан. А чего ты? Еще я не могу попить. Что, нельзя с ним пить, блядь? А, нет, можно. Это прямо что-то воды такое. Это лень вообще, мне нужен кабан, где он? У меня ни одной шкуры кабана нет. А должны быть. О. Дрова, ебать. Хорош, нахуй, с пиздюли забрал. Дай сюда. Ба, пацанчик прогуливался такой, чувствую себе, тут баху, это уебок выбежал с туком, тупо застрелил, не зашел. Бля, проебал тебя заяц, пардон. В следующий раз... О, бежит! Чё, за мной бежишь? Так иди сюда. А это что, баба? Блядь, проебал стрелу! От сука, мразь! Да на, блядь! Сука, три стрелы на тебя мразоту потратил. Я уже хуй вернул, да, свои стрелы. Конечно, не вернул. Здорово, ебать. Ты бежишь за мной, да? Ну что ты такой неуверенный, блядь? Все, нету твоего кореша, все. Закончился, посмотри, животное. Где моя стрела? Она улетела, нет. Да что ты, сука, бегаешь за мной? Ты либо нападай, либо пиздуй. Стартуй, либо пиздуй. Хуй ты убежишь от меня, паскуда. Ах ты, сука. Все, отдыхай. Ох, ебать вас тут брегло. Что вы тут, блядь, забыли? Ну, давайте отсюда. Я попиздил. У меня есть дела поважнее. Блин, да где же найти эту пещеру, где лук? Вот я не помню. Не, можно, конечно, посмотреть на ютубе, но, блядь, хочется самому. Я просто буду бегать без цели очень-очень долго. Блин, опять сожрачу. Блин, конечно, батончики эти расходятся очень быстро. Где-то я помню, что-то вроде как где-то здесь.
Ого, только что прям передо мной появился. Нихера себе, так вот как оно работает. Они распятся в зависимости от того, где герой. Ну, а теперь понятно, почему иногда бывает, что бегаешь, никого не видишь, а бывает же их, блядь, пиздец сколько. Смотри, спит. Я сейчас подкрадусь к нему. Блядь, чтобы в голову попасть. Хорош. Чисто поставил свой бай. Блядь, не попал. А куда же ему попал? Да иди сюда, ты, блядь, ты со стрелой моей бежишь. Ха-ха-ха. Тут физика прикольно работает. Так, есть арбалетные болты, ладно, потому что посмотрел. Нема, да. Да, нет. Сука, такой. О, ебать, нихуя себе. Смотри, еще один. Ну шо, блядь, за мной нахуй бежите. Что, блядь, дел больше нет. Ну, гербарий буду собирать. Чикс. Бежи, 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 блядь. Что ты там бежишь, ты? Короче, кабанов не нашел, лук не нашел. Нахуй играл. Да смотри, сколько их тут, ё-моё. Ладно, перекройте свою дорогу. Я пойду своей. Бля, где-то здесь должна быть пещера, по-любому. По-любому должна быть, только не помню, с какой стороны. Вроде с той. Камешек, ботинки. Нема тут нихуя. Ух ты, паскуда! Ебать, откуда вы двое, блядь? Ты что, типа замаскировался или что, блядь? Ты ж сам, пидор, на меня первый напал. Блять, проебал две стрелы. Ты падла живучая, сука. Все, ты уже не съебешься, все, братик, ты уже приехал. Еще твоего кореша, ебать, могу. Ого. Где он? Что ты, сука, замаскировала?
Да, больше нельзя нести. Сука, на ходу бы сбить ее. Бля, ну где же пещера? Я помню точно, она была здесь. Была, блин, только показал. Опа. Что тут у нас? Да давай беги, блядь, смотри, не может бежать. Ну, можно сохраниться, через, через. Чуть все, больше ничего нет. По-любому должна быть пещера, где палатки всегда пещера. Добавлен пункт в список дел. Что у нас там по делам? Исследуйте пещеру повешенных. Ну, поставить защиту. Найдите путь к кратеру. Пропавших пассажиров самолета. А где же их искать? Тимми. Пещера с водопадом. Ну погнали в пещеру с водопадом. Где пещера? Тут где-то вот она. Посмотрим, что тут. Так, это водопад, да, я так понимаю. Дочь, нету прохода, нет. Бля, ну что, придется с дешманским луком бегать. Ох, ё-моё. Бля, это куда ж я спущу сейчас? Ебать страшно, я бы в жизни бы хуй бы так сделал. Чикс, чикс. Что-то нашел. Какая хуйня. Так, ну здесь кто-то был. Лагерь разбит. Блять, эти светошумовые, блядь. Надо, кстати, метнуть одну, ебать, посмотреть, что она вообще дает. Чикс. О, с ней ж можно ходить, осветлять путь. Нихуя нет. Бля, сейчас воздух закончится. Хорошо. Бай, пацанчик привязан. Что это вам на кого делает? О, блядь, воздуха нема. Вау, вау. Где воздух, чит? Все, огонь, можно дальше проверить. Что это, просто водоем? Опа, что-то можно взять. Занизировал. А, это камни, блядь. А не, баки с воздухом. О, рыба, блядь.
Шира рыба служила в пещере. Короче, нет тут ничего. Где огонь, блядь, беги туда, сейчас замерзну. Так, ну все. Бля, батончики заканчиваются. Где взять остальные? Ебать, что это такое? Тут по-любому какой-то... Ох, ебать, тут по-любому какой-то должен быть уебан. Тут спецназ, ебать, чикс. Проверяем. Ух, шо тут? А, да, вон уебан, пиздуй. О, побежал, смотри, ого-го. Ебана, вон. Хля, как в него попасть? Так, пока заебется. Он заебался. А, не, не по такому. Не по такому, она по такому падает. Бля, и в этом не попал. Бля, же все стрелы проебу, ну 100% дают. Ебан, уж камни разрушают. Ах, сука, рядом. Бах. Хорош, попал, срежь, горит, блядь. Блять, а в этого ушлёпка не попадает. Ебать, что такое охуевшее, так ходит. Страх. Рядом, рядом, рядом. Чуть-чуть выше надо брать курс. Вот так. А нет, он перемещается. Нет! О, я знаю, что я делаю. Сейчас ему сюрприз подкину. Ну, похую. Бля, ну не такая хуйня, на самом деле уже проще было спуститься и там попиздить с ними. Уже вообще никого не вижу. А, он стоит. Попал, сука! Сверну вы выдарите. Бля, батя, чисто английский лучник, блядь, средневековый. Фух. Да не, это не он. Бля, надо стрелы делать. Сколько мне не хватает. Ого, нормально так не хватает. Что нужно сделать? Как раз у меня все на что хватило. Нашел огонь. Да, сука, да. Подохни. Не, блядь. Побежал, ебану, что так быстро бегает. Так, пока он там отвлекся, я сейчас быстро спущусь. Наебашу его внизу. Ёбаный в рот, не, я передумал. Опа, вот он.
Бэт, сука, личина, нахуй, фу, сука, страшный такой, да. Блядь. Ох, ебанись. Ох, ебанись, ты шо ты, блядь, нихуя себе. Всё. Всё, до побачення, до побачення. Последняя шоколадка осталась. А где это? Ёбка, надо тоже стрелу забрать. Стрела пропала, все. Стрелы не будет. Что это такое? Бля, ебать, тут, конечно, атмосфера в этом форесте, блядь, ужас. Опа, что-то нашел. Какая хуйня. Ну, если бы еще понимать, что это? Кассета. Бля, ну это по-любому что-то значит, но если бы она была бы, сука, полностью русифицированная хотя бы, по-нормальному, чтобы понимать вообще, что тут происходит и что происходило, было бы вообще классно. Бля, ну так освещается, конечно. Так, ну шо? Опа. Что это значит, ебать? Английский уровень, господь. Так, о, я уже красный. На меня уебки нападать не должны. Мне кажется, им похуй. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Опять бесконечные лабиринты, блядь. Уебки всякие страшные. Блять, у меня динамита нет, ёбана в рот. Все, исследовал пещеру, блядь. Ебать. Блядь, где мой Айкос? О. Чикс. Чикс. Бля, ну по-любому тут должен быть еще какой-то ход. Ход, ход. Не понимаю ничего. Ничего. Снова совсем так и кожу этого уебка забрал. Опа, фу, цы, какая она мразь. Ебать долго, ох, да, смотри, пацанчик привязанный к этому. Бля, бро, ебать, надо пиздец. Нихуя тут нет. Надо динамит. Бля, динамит, чтобы взять, надо бежать аж в самое начало почти. Ебать, экспедиция у них, походу, реально не удалась. Ладно, сохранимся. Не делать. Блядь, Айка сломался. Нет. Боже, как долго. Банкрепкий парень одной рукой, так нихуя себе, блядь. С портиком был по-любому.
Итого у нас 3 зрителя за все время. Ну, в общем, 0. Да, еще бы Green Hell поебашится. Green Hell, блядь, уже охуенно. И там такое дело, что все время, ух, ебать, мне, блядь, броню сбили. А шо я наделал себе? А надо было того хера сжечь. Уже как долго, я больше сюда не припомню, блядь. Ой, думал, до второй тросит рядом, блядь, я объебался. Бля, нахуй я построил в пещерах эти, блядь, дома, теперь они отображаются. Надо пойти в них поспать. Блядь, ночь. Зовет и манит. Чувства новые, да я. Только лишь поверь, что ночь сильнее дня. Сохранюсь, делаю чай и потом продолжу. Блять, конец, я уже уеба какой-то бегаю. Чикс, пиздекс.